Сейчас запущу. Нашла. Я пока тут картошку мою, елки-палки, они ходят, гуляют. Ай-яй-яй. Нифига себе, Алиночка, вы прямо как... Чтоб усі були багаті, щоб здорові та веселі, миру вашої оселі. Ви що, калідуєте? Чиабата вообще. Она так мне пахла вообще. О, спасибо. Серьезно. Алиночка, здравствуйте. Привет. Ой, елки-палки, ты что? Слушайте, как будто... Я, да, мы еще даже не успели обед приготовить, а вы уже случились. Алина, вы как будто бы в гости. Это слушайте. Моя, с моего сада. С моего сада, вашего сада. Ой-ой-ой. Да? Ой, ой. Спасибо. У нас есть большое. Все, кроме сирени. Теперь уже есть сирень. Короче, ой. Подождите, дайте я скажу. Друзья, всем привет. С вами я Скрипан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, вы постоите кто в гостях. Да ты что, Марат, скажи шалом. Шалом. Алиночка, скажите таки здрасте. Таки здрасте. Все, пройдемте к столу. А там уже, и поговорим. У меня еще есть для вас как бы подарки. Да ладно, а Марат как раз говорил, что ему что-то таки надо. Ай-яй-яй. Ты понимаешь, Сережа, ты просто как знал, ты сегодня как бы в этой кепке, сегодня... А потому что я у нее отжал, это ее кепка, я даже не спрашивал. Говорю, оператор... Чтоб ты как бы был не одинок. Да ты что? Алиночка, целую ваши руки, ребята. Это Марат. Уникальные головные уборы. Да ты что? А что у него день рождения, скажите мне? У Марата? Не, у Сереги, у Марата. А что, наперед кто-то отменял? В честь чего это... Ну, Марат мой кум. Так, Маратик, ты видишь, я не знала, честное слово, а ну-ка. Но это в твоем фасоне. Офигеть. Это совсем другой фасон, да. Оба-на. Ты что? Ты что, дядя Жора, таксист вот на привозе? Обалдеть. Алиночка, кидайте под ноги, здесь все по-домашнему. Ага. Тебе как бы я обещала. Единственное, что я с переездом, у меня новая студия, ну переезд. Я понял. У нас у всех все нормально, да? Да, я потеряла эту твою выкройку на брюки, поэтому может быть... Да вы что? Так я могу для вас снять, сейчас померим. Смотри. Ладно. Весь кайф в деталях. Посмотри. Ты вот понял? Это у тебя есть эти вот бордовые стеблеты. Ты понял? Да, да. Ты понял? Алиночка, но как сказала, что это за воздух? Ты понял? 80 грамм она весит. Я 80 грамм. Прямо как башмаки. Я так подозреваю, что 40 грамм, или грамм 60 весит только козырек, понимаешь? Обалдеть, я могу уже? Да. Ну, можешь. Понимаешь, весь кайф в деталях. Алиночка, деталь. А ну-ка усандальте ее. Да. Не, так она сама себе усандалится. Ты же знаешь, пока она новая, она... Ты что, у меня аж мурашки, оператор, обалдеть. Вот, ну и плачу. Так, чтобы ты не был одинок. Куда это повесить? Подержи, смотри. А у тебя цветы, ну его в баню. Смотри. Нифига себе! Я сделала, как шаровары. Концертные. Да? Ты что? А ну дайте... Кармашек сделала тоже, обрати внимание. Шикардос. Алина, вы ему укрепили на интимных местах? Да, да. А то у него там вечно вываливается. Трещит. А она жалуется, вы понимаете? Ты понимаешь, я поэтому вроде как... Сильно широкий, но я сказала, чтобы ты мог вот это вот... Да я чтобы мог еще и на шпагат съесть, я для вас научусь, Алиночка. Да. Мне надо, чтобы ты померил, чтобы мы по крою согласовали, так что это примерка. Я туда, как это называется, в раздевалку. Давай. Обалдеть. А, иду, бегу. Как она расстегивается. А, сейчас. Подожди, ага. Я говорю, бегу. Алиночка, любуйтесь, они еще не расцвели. А, Катюня, покажи вот то. У нас что? Есть такое, что ни у кого нет. Ты посмотри. Да. Елки-палки. Это мое первое ждала. Счастье. Но оно нам досталось. По наследству. А у меня сразу куплеты в голове. Квадратные штаны, рубашку и кашкет. Я на привозе взял за полцены. Эх. Мой папа был хорош. Сереж, я не на до него тебя, похож. Извини, пожалуйста. И мама моя тоже как принцесса хороша. Опа. Теперь уже один, как в море пилигрим, но есть зато широкая душа. Первый парень на деревне. Широкой душой не будешь сыт. Мне мама это ваша не простит. Катюня, это просто прелесть. Я не знаю, кто красивее. Ребята, пишите комментарии. Я или пионы? А я думала, я или пионы. Катя. Катя, Алина, Катенька, Милане. Катенька, делают раньше, только тебе делали замечания, а теперь Марат и Катя, перестаньте перебивать Сережу, когда он поет. А, Марат, ребята, ну хоть я не аплодирую одинока в этом. Стоя, этот букет для вас. Я думал, что я остался один, елки-палки. Ой, да, что-то бедный, тоже несчастный. Мне. Спасибо огромное. Слушайте уважаемых людей, понятно? Все. Фраер, толстый фраер, на рояле нам играет. Девушки танцуют и пижоны поправляют свой кискиз. Давайте уже жарьте свою картошку. Сегодня ланжерон гуляет.
Сегодня Белочка справляет. Вот тут есть почечка. Свою помолвку просим спеть ее на бис. Белла, не ломайся, не рассказывай минимайсы. Помнишь, как в Херсоне мы давали удивительный гастроль? Хрусты летели и летели, а мы с тобой давно вспотели. Мы танцевали нежный танец карамболь. Опа! Короче, ты шо куплеты? Мы будем сегодня готовить или нет? Давай, начинай. Сковородка есть, казан лежит. Поджигай. С удовольствием. Куда эту вазу? Вот не знаю, вазы нету. В сирень? Не, нет, куда-нибудь ведро поставь. Видел, муха села на сирень и сирень, сирень, сирень. Вам хоть какой-то стульчик бы, да, Леночка? И ваза организовалась. Так, а я продолжаю делать то, что я делал. Короче, друзьяки, Марат, давай я пока здесь мою все эти витамины. Алиночка, мы сделали только что сегодня базар здесь. Очень даже интересный. Маленький, колоритный. Все есть. Цены хорошие, да. Людей много узнала. Расскажи людям за рецепт, что мы сегодня вообще готовим, а не просто меряемся. У нас картошечка молодая, у нас грибочки, у нас лук, чеснок и будет сметанно-чесночно-укропный соус. Все. И все это пожарим так, что вы упадете. А петрушка с огорода? Петрушку с огорода в картошечку обязательно. Mm. Я хотел сказать, вы когда это будете пробовать, пробуйте сидя, потому что от этого на самом деле можно будет упасть. Мясо не надо. Вот не надо мясо. Удивительно. Ну хоть бы селедочку взяли. Вот поверь мне, оно настолько будет вкусно с грибочками. Не, ну неспокойно. Вот что и не дай, если мало. И... Катюня. Да. Сережа. Свозили ее в Вилково. Что не доелось селедки до сих пор? Вот я рекомендую ей еще раз съездить. И поймать свеженькое. Уже распред, уже рыбаки рыбалят. Да, все, значит, едем. Все. Да, обязательно. Завтра выезжаем. Уговариваю ее. А я договорюсь, чтобы нас что там... Что я уговаривал? Посадим в машину. Покатали. Ага, ага. Так, Маратик, смотри, я самую крупненькую сюда отбираю. Ребята, ты снимаешь оператор? Да. Снимай внимательно, я буду дело говорить. Пойдем. Короче, эту картошечку можно, в принципе, уже кидать в казан. И довести ее там до путя, правильно? Да. Но мы любим так, чтобы именно было именно альденте. Это альденте я сейчас аккуратненько подварю, самую крупненькую. Потому что мы набрали столько, что кастрюля наша была не готова. И, кажется, вся не влезет. Доведем ее до полуготовности. А меленькую, то, что не влезет, кинем сразу в казан. И нам же надо это быстро делать, сколько времени, елки-палки. Уже 6 минут, как второй час пошел. Да. Нам же ребят обедом кормить. Ты слышишь, как птицы поют? Так, Катюня, здесь вообще прелесть. Пора яшку сюда, пора. О, точно, поет, да. Кстати, а что он там на балконе, елки-палки, затерялся? Все, вот так вот хватит? Все, а остальное там перемоем и будет все хорошо. Пошли покажем людям, что мы там, какой у нас там процесс происходит. Вот как раз... Сейчас, Катенька, подождем и покажем. Хорошо. Как раз вот сейчас мне уже стыдно такое показывать. Чего тебе стыдно? Ну, там геть не убрано. Как раз там убрано. Ты это считаешь убрано? Я вот вообще жду, когда мы там уже люстру повесим. С такой хозяйкой и живу. Короче, что, где, что? Идем. Я же с собой взял, Марат, не просто так, а еще и газовую горелочку. Ну правильно, тут же все разбомбили. Я думал, я с духовкой поиграю с пару рецептов. А мы взяли и все и сломали. Марат, ну это же ненадолго. Ну я надеюсь. И так. Я надеюсь. Кеды, где ты, подожди, я в своих штанах была у меня, вот она. О, тут значительно прохладнее, ты знаешь. А тут вообще хорошо. Угу. Слушай, а что же мы тут не готовим? А я тебе не знаю. Я тебе объясню, там ребята долбят, и я хотел, чтобы людям было приятно, потому что микрофоны высокочувствительные, да, и это туда-сюда. А вы что, виноград сняли? Да. Так, да. Горелочка. А что, вам нравился виноград? Чего? Опля. Сережа сказал, что это не благородных сортов виноград. Вот это? Это дикарь. Мы розами все засадим. Да. Понял. Мы для чего вообще собираемся вот это все выдолбить и поставить окно, чтобы пустить сюда свет? А виноград, ну, тем более, если бы это еще был виноград Вича, я бы его оставил, он красивый. А это дикий, вот этот, которого воробьи балдеют по осени, там тебе надо ходить с этим веником, собирать. Он такой, он неприятный. Не хочет с веником ходить. Не нравится мне этот виноград. Черешня уже через очко вижу, какая большая. И елки-палки. Что, ты хотела в гости? Да. Так, картошка варится. Идем быстренько. Там надо человека подготовить, елки-палки. Ты бы поджег. Кого? Да 2 секунды идет, мы сейчас сюда зашли и оттуда вышли. Давай. Все будет нормально. Не, а люди видели, что у нас здесь было раньше? По-моему, да. А, пипец, вот это да. Слышишь, эхо получилось. А?
Выдали морелочика. Герафон, Тальвен, Солич, Ломаль, Альянто. Алина говорила, что штаны? Штаны, конечно. Слушай, акустика появилась, елки ты палки. О, ребята, смотри, так они приятного здесь... аппетита, только вы много не ешьте, потому что мы скоро вам приготовим. Смачного. Шо? А я смотрю, они уже там начали разбирать этот... Так что разбирать? Смотри, какой проход тебе сделали. Да я придумала. А для чего? У тебя что, планы на будущее поправиться? Сережа, при чем тут это? Ну, я думал, что может влезла для и вылезла. Для красоты. Так, с какой стороны здесь... А туда нельзя. Чего нельзя? Да иди сюда, уже раз завела людей в «Мама дорогая», что не пойми. Ребята, проходите в ванную. Кому надо, купайтесь. Обалдеть, я уже не помню, как здесь было. Вот, смотри. Но точно не так. Красненько. Да ты шо? Нормуль? Ну да. Ну так и живем, слушай, потихонечку, потихонечку. Ну что, нормально все живем. Главное, чтобы до моего дня рождения заехать. Нет, Сережа. Шо? Не это главное. А шо главное? Пошли. Ты решил через все входы зайти и выйти? Путь тебе коротаю. Марат, что ты говорил, поджигай? Ага. Короче, липованская сковородка. Димон, благодарочка, души не чаю. Вот самое лучшее, что у меня есть. Так, это вот сюда, это я помыл. Ты спрашивала или ты спрашивала? Что? Люди спрашивали, что-то сильно много в трех фразах слова спрашивали. Несколько человек, покажите приспособление для мангала под казан. Ребята, а что его показывать? Ну, было два уголка. Стало четыре. Поставили мы это все дело вот так вот. Кусочек как бы арматурчика. Немножко лишнее. И все, арматуру приварили, чтобы казан у нас не бегал туда-сюда, ни вправо, ни влево. Все, смотри, что вкопаны, елки эти палки. Элементарный просто. Запомнили рецепт? Я махаю головой. Лучше бы ты говорила иногда. Тебе то молчи, то говори. Ну я уже привык уже разговаривать. Мне кажется, что у тебя плохое настроение, ты какую-то гадость про нас думаешь. Поверь мне, ты поймешь, когда у меня плохое настроение. Что, у меня вот аж с рук все падает, елки ты палки. Шо? Так я тебе... Что, а что ты... Ты не видишь, как у нее шапка стоит? Стоит у меня, у нее вообще шапки нет. У тебя стоит? У меня стоит на ее шапку, да, это. Я поджигаю, Марат, как ты хотел. И там, и там? Да, в первую очередь. А тут что поджигать? Смотри. Спасибо Игорю, конструкция, мама дорогая. Там было мне немножко угля, прямо с бумагой я его туда и закинул. Смотри, не успел поджечь, уже горит. Не, ну на природе совсем другой компот. А то ты типа не на природе делаешь. У нас в Архимусе? Да. Ну тут же по-другому чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, тут да. Трусы не висят, здесь дышать хочется. Подожди, скоро зависят и трусы. Твои. Фу, я уже испугался, даже если мы твои повесим, то ничего же не видно будет. Вот засранец, а. Катюня. Вот зачем ты так делаешь? Вот люди и так... Парус. Порвали парус. Я не то имел в виду. А что? Я про вот эти ниточки, что даже если я на все вывесит, их же не видно. А-а-а. А ты сразу про сраку думаешь? Фу, елки-палки. Ты когда будешь сажать мне мою красоту? Блин, вот это мы на самом деле купили. Катюня, ты посмотри, сколько я для тебя яиц наколотил. Идтить колотить, а? Тогда интересно, ты успел. Не, ребята, это нам в наследство осталось. От прежних яйцевладельцев. А как, их надо заливать водой и поливать? А я сам не знаю. А тебе напишут. Ты спроси. Да, вот что делать? Залить водой, чтобы настоялось, и поливать цветы? Или можно просто по огороду так вот все вею посеваю, яички рассыпаю? Что? Спасибо за ваши шикарные комментарии. Маратик, тут у меня подказанчик уже готово. Сковородочка, я так понимаю, тоже. Масличка немного. Чисто цибульку обжарить. Да. Ребята, извините за спецэффекты. Стройка идет, ребята, долбят. Скажи мне, ты порезал его два вида, надо как-то его по отдельному жарить? Да. Сначала короткий или длинный? Сначала вот этот крупный. Хорошая у тебя сабля. И буквально через минуту сразу же можешь грибочки туда бабахать. Договорились.
Я все время раньше хотел на автобусе выезжать, где-то на природе готовить. А теперь же никуда не хочешь выезжать? А уже выезжать не надо, уже приехал. Получается, да? Да. Ты что, Саджик, смотри, как он жарит. Обалдеть, что карася, что лучок, одинаково вкусно. Господа, я король, а не лапать. Потому и живу налегке, чтоб красивенько дельце оттяпать. Надо что это иметь в чердаке? Молдова, молдаванка успех мне пророчит. Как на дело иду не спеша. Полицмейстер мешать мне не хочет. А если хочет, придавим иша. Эх ты! Так, что, минутка? Буквально чуть-чуть. Что там, грибочки? Да. Так, я их... О, все, шикардос, шикардос. Так, картошечка, слышу, там аккуратненько себе там уже подваривается. Скоро будем выключать. Ну что ты, хозяйка, чеснок посадила? Да. Молодец. Пойду полью. Ты видишь, как... Марат, он еще не вырос, подождите. Скажи, я могу накрыть крышкой? Нет. Да буквально ненадолго. Пока нет. Я понял тебя. Мешай. Да, Марат? Да. Хорошо. Марат, сковородочка просто не готовит, а поет. Просто поет. Да. Ёшкин кот, а ты что, посмотри. Торчки это... красивые. Торчки. Шикардос. Можно уже весь лук сюда бабахать. Договорились. И у меня уже поет казан. А это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты казан, Мишка. Казан не плачет. И добавляет весь лучок туда всегда. Ай, дай, дай, дай. Да. Согласен. Да-да-да-дай-дай. Ай, я, наверное, пойду еще это не блюдо, это песня. Что ты собралась показывать? Подожди, мы вообще людям рецепт даем. Огород. Ты со своим огородом меня в Одессе держишь. Что? Вот нам надо, чтобы соус настоялся. Понятно, понятно. Все его знают, но тут самое все просто. Ай, дорогой любимый друг, подожди. Ты открывай, про соус расскажешь отдельно, а я, оператор, тебя приглашаю. Ой, сметанка куда? Домашняя. А мы его поставим в холодильник? Смотри. Нет. Ребята, давайте я буду дирижировать. Давай, под эти шикарные звуки. Давай, Сережа. Сейчас я отправлю эту сырую картошку, которая у нас осталась немножко. А! Вот тебе, а! Буквально, не знаю, там, да минутку-полторы. Две. Искупается. И у нас уже подварилась вот эта вот молодая картошка. Ох, Марат, Марат тут. Места немного, но ничего. В тесноте-то не в обиде, да? Ай-яй-яй, смотри. И дубовая, и хорошая. О! Еще и горячая. Хочешь подышать? Нет. Давайте. А брат. Зря. Теперь, Маратик, давай я подхожу к тебе, потому что я тоже хочу это знать. Сметана, домашнее базар. Количество, вся. Да, я аккуратненько умею. Языком сейчас туда как нырну. Делай. А я люблю холодное. А не надо всем знать, что ты любишь. А я бы поставила любишь. В холодильник. Можем а, ты за это? Давайте. Мне вообще без проблем. Вот, я люблю. А я за другое, ладно. А ты за что? Все, проехали. Короче, ты, как всегда, со своей вот этой вот. Почистил. Все, 3-4 зубчика чеснока мелко порезанного или выдавленного. Так. Не столь важно. И сейчас я сюда нарублю укропчиков. Будет нам счастье, это весь соус. Сполосните его, Маратик. Кого? Укропчик. А чего ты? Не, вода есть немало укропа? Мало. Да возьми две, возьми три, мы же купили иди специально, чтобы было нормально. Сполоснуть. Я сполосну. Что ты из него делаешь? Это одно удовольствие, Марат. Полоскать под этими струями душа. Ну, удовольствие работать на природе. Да? Да. Я уже чеснок посадила, пока вы тут готовите. Молодец. Цены тебе нет. Съешь горошек. Хорошая кепочка у тебя. А сахарный? Мне нравится. Спасибо, Леночке. Золотые руки. Ребята, кому надо, обращайтесь. Потому что лучше шедевра вы не найдете. Песни поют. Эх ты! Шаланды полные кефали.
пьяницу Костя приводил, и все бендюжники вставали. Кто ж Шварина что-то говорит, я пою, ребята долбят, Марат таки режет, надо помешать. Ну прям золото, а не картошка. Смотри, что происходит, а? Да, Марат, пока она есть молодая, у нас все рецепты будут за молодую картошку. Ребята, приготовьтесь. Я не против, я только за. Только вино молодая, потому что она долго молодая не может быть. Оператор это знает, поэтому все, можешь... будем готовить, пока есть. Можно это самое попробовать, может, надо добавить чесночка. Солить куда мы будем? А соль? Соль можно чуть-чуть, перчик кто любит, вообще без проблем. Я только за. Это будет нормально. Это будет нормально, у нас здесь много сметаны. И немножко соли вот так вот. По-моему, ты переборщила со солью и со сметаной. Переборщила про меня, это не про меня. Блин, с перцем точно немножко. Да и ребята. Ему понравилось просто чили кон каре. Кон карне. Кон карне. Звонил Альберт, ему же там оставили порцию. Да, да, да. Блин, восхищался. Нам не звонил Марат. Я съел, короче, Давида порцию. Он попробовал, сказал, вкусно, но не могу есть. Я съел Давида порцию и съел еще одну порцию этого. Короче, я три порции съел. Очень вкусное блюдо получилось на самом деле. А мы дома на ковре тоже его кушали, как узбеки. Оператор отдала стол и стулья, короче. А, да? Да, теперь у нас половая жизнь. С утра до вечера. Кушаем мы, сидя, Марат. Ну вот скажи мне, еще много перца? Вот без балды, вот именно как есть. Он пока не открылся. Соли много, перца нет. Хорошо, мы туда еще никуда все не нормально. Солили. Я тебя умоляю, я сразу на пирот закинул. Несите в холодильник. Что, прямо вся ложка в рот лезла? Вот домашняя сметана. Вот ты угорел, я понял. Так я баночку далеко не выкинул. Тебе тут гриля не хватает, слышишь, Сережка? Золотце, гриля, и гриль будет, все будет нормально. Так, что, высыпаем эту картошку остальную, да? Ай, как заговорила, ай, заговорила. Ладно, пусть она обкупывается. Марат, что у нас, это готово уже? Это готово, можно снимать, накрывать. Все, пока. А что вы не отнесли соус в холодильник? Просто? А он не знает, где холодильник. Марат, в гараже. В гараже, Марат, черный, запакованный, но дверь открывается. Вот там вот, в куче мусора, да. А я пока все это дело сниму и уберу. Смотри, благодать. Иди тебе, дитинка, под деревом. А? Да, это не в коляске тебе. Тудой-сюдой. Вы видите, она лучше себя здесь ведет. Манежи. Не ударь меня. Чем? Ну, ты просто я что тебя бил до этого? Вот ты. Еще не хватало, Сереж. Ну так а что ты такое говоришь? Ты просто очень резкий, активный, поэтому я побеспокоилась о себе. Хотела к Милане подойти, но ты меня не пустил своими плечами широкими. Сереженька. Да. Нашли холодильник? Да. Прямо сверху вот этот, где наш шмат мяса, масла. Масло? Да, вот прям положи, пусть оно сюда? Потихоньку там стекает, тает. В пакетике да. Можно? Не, без пакетика. Договорились. Ёшкин кот домашним пахнет. Вот так. Так, тут порядочки наводим, что-то убираем, что-то убирайте. Подносим. О, смотри, лежит. Вчера мне звонил человек, вот я стою, я не могу вспомнить, откуда он мне звонил. Ага. И он, ну, то ли, господи боже, пусть он меня простит, потому что так много. Ну, не суть. Он вас узнает да. И вспомнит, что он вам звонил. Почему он просил передать тебе, во-первых, огромное спасибо вам и за то, что как бы ты вообще есть. Потому что их весь район и их все друзья без тебя уже даже спать не ложатся. Просто... Ребята, приятных снов, ёшкин кот.
Даже я без него ложусь, когда он на диване засыпает. Да, и вот, в общем, и как только у тебя, не дай бог, какой-то провал по видео, у них все плывет наперекосяк. Это как в том анекдоте, не сбивайте весь район с ритма. Ребята, извиняюсь, вот максимально стараюсь вам давать, несмотря на то, что есть целая куча, как у всех нормальных людей, заботы, проблемы, там, суета, но это мы никогда в жизни не покажем, правильно? Потому что канал у нас о хорошем настроении. Всем добра. Сейчас я добавлю еще. А ну-ка добавь, родной. Мне вчера тоже с Израиля позвонили. Там же сейчас открылся летний сезон. На море пляж. Огромный экран, там, не знаю, 7 метров. И макрен, и проектор. И тоже на экране липован. Да ладно, на пляже. Прямо на пляже. На пляже? На пляже, на огромном экране в кафе. Короче, да. А посмотри, я же покраснел. Звезда наша. Да я немного в шоке. Не, мне в том году Володя показывал на Брайтоне, он гуляет, точно так же магазин, открытые двери, большая телевизор, и там гуляю я по барахолке. Из Брайтона. Сама суть, что тот позитив, который вы дарите как бы людям, и как он их заряжает, и как он их вдохновляет, и как в это как бы непростое время людям дает это хорошее настроение, поэтому низкий вам поклон, огромное вам, ребята, спасибо. Ребята, спасибо и вам. Всем. Спасибо. Харикири сарайнара, или что там, хайбука, там, я не знаю, там, бунасара, там, крем-брюле. Спасибо огромное. Вот просто, ну что, по телевизору, Марат, это что, я в шоке, елки-палки. Проектор огромный, вот то, что футбол, когда чемпионат мира смотрит, ага. Понял, на этих экранах, вот там ты, короче, ты что, я в шоке. А теперь еще, Алиночка, теперь я еще и в ваших штанах буду по такому телевизору гулять, елки-палки. Слушайте, мама, а они осели и нормально, Алин. У меня потерялся. Доработайте. Серёгин крой. Я их немножко доработаю. Я сделаю здесь вот несколько выточек, уберу. Подниму немножко поясок, чтобы он был повыше. И удлиню его на 5 сантиметров. Главное, ничего не укорачивать. Не-не-не-не. Не, я вообще хотел бы попросить, чтобы мне здесь добавить, елки-палки, а ты решил укорачивать. Мы же не в Израиле, Марат. Это когда весь мир хочет тебе туда добавить. Я всегда говорю, когда вот новая кепка или новые брюки, вот как новые джинсы мы покупаем, они всегда как бы торчат торчком. То есть нужно одеть, нужно по себе примять. Конечно, конечно. Чтобы оно обселось. Господи, что я говорю? Уселось. И обувь. Самое главное. Блин. Катя, и самое главное. А здесь один нормальный. Хотел сказать, Марат, так и оператор как тоже в галошах. Это мы с вами. А, ну у нее там лежат. Влад, огромный тебе привет. Марат, иди сюда, опозорься. А я сегодня не иди. В форме. Я сегодня не в форме. Одевай оператора. Во. Вот тебе Gladbacks, елки-палки. Вообще, Влад, благодарочка. Чтобы вы понимали, вот эта туфля весит ровно столько, сколько весит. Да держи себя в ногах. Я чуть не упала, Сережа, с твоими туфлями. В галошах. Она еще не привыкла в этих галошах ходить. А не надо мне привыкать. Мы на базаре купили. Да. Я что хотел сказать, эта туфля весит ровно столько, сколько весит ваша кепка. 80 грамм. Сделай один раз помешать. С удовольствием. Тем более по телевизору, я теперь буду постоянно мешать. Ребята, приятного вам до отдыха. Что-то там, как это, мажьте кремом тело, чтобы не сгорело. Это нас уже касается. Марат, ну нормально сопливится, я даже не знаю. Добавлять им, добавлять не надо добавлять, правильно? Нет. Огонька. Вот так вот, вот пусть так потихонечку себе и аккуратненько и в масле оно и потеет. Ребята, кто готовит дома, не на огне, а на плите, средний огонь, даже чуть меньше среднего, не спешите. Хорошо, съешь горошек. Давай. Ну, а красивый какой. Я тебя сейчас натрушу в рот. Мне? Ну, планировал Марату. А, ну давай, Марату. Держи, тебе туда. Опача, сейчас и тебе натрушу. Вот взял, предложил вам горошек съесть, елки-палки. Жук, она найдет самое мелкое и ковыряется. Так она жук, слышишь, она уже сразу с этим жуком. Хотела жука покусать? Да, и сам сразу. Смотри, лежит. Катюня? А. А ну, приоткрой. Я тебе спасибо, сейчас тоже давай мне молоденький. А ты не хочешь пить, да? Да я еще боюсь подавиться. Ты настоящий друг. Что? Я прослушал. А она такое. Просто любовь. Марат, ну это, конечно, ни с чем не сравнимо, этот сливочный, конечно, аромат. Вот то, что делает масло, это просто какой-то шедевр. Сейчас так, что? Давай я это аккуратненько, наш грибной кисель. Уже добавляем, да? Да. Картофан готов. У меня для этого дела лежала деревянная лопатка. Ты можешь поцарапать мне мой тифай. Я аккуратненько, аккуратненько твой тифай. Все. Сейчас будет уже аромат.
Что, досточка? Чудо-досточка. Чудо. А что здесь? Чесночок, укроп. Укропчик. Все самое вкусное. Марат, Джан, все-все-все до капельки. Давай мне доску, а тебе надо. Ребята, надо присесть куда-то. Обалдеть! А что ты мне дал? Я тебе что? Дай мне доску. Щит и меч. Зачем пусть поле я сейчас это отдаю? Миша, не стесняйся. А он боится ж твою шумовку брать. Ребята, ловите по аромату. Это просто сливочно, чесночный, картофельный. А ты не вкапывай, ты не копаешь картошку. Просто Марат... Ну он потом тебе сказал, да и шумовку дышай. Дай, научу тебя. Вот ты, ёшкин ты кот. Засунул вот так вот аккуратно. А, что ж тебя учить, сейчас Светка уехала. Вот так вот аккуратненько раз. И приподнял, перевернул. Усё. Мы ее не копаем. Все, ребятки, после а этого две минутки. И тушите конфорку. И тушите все. Все так все. Шо, у меня поляна готова. В принципе, мы это будем выгружать сюда. Соус. Правильно? Соус. Пошел за соусом. И а давай, а я пока готовлю здесь банкетный стол. Банкетный, это громко звучит. Сполоснуть ты надо все. Ты огурцы помыл уже? Да, конечно же. Так, а ну-ка. Еще не намочи тут... мне мой, как его? Да у меня шланг не стоит, елки-палки, ты говоришь, не намочи. Не стоит, и у тебя, Сережка. Все, уработал. Поставь. Может, краник надо где-то сделать, не? Не думала? Катюня, может и надо, елки-палки. И что? Ну, сделаем. Слушай, тут и душ ты можно что, принять, сразу? Я смотрю. При желании. Какая-то машина, по-моему, приехала. К нам? Ну, мне так кажется. Ты что-то заказывала уже? Нет, ты же мне запретил. Ну, там цемент, кирпичи, там надо нам такое. А, это? Песок, щебенка, плитка. Самое интересное, что в холодильнике лежит и лук, и вот такие огромные три чесночины. Ну, мы же это брали. Ну, так... Сюда. Да, вот так, кто знал. Ребятам замечание, чего они не съели? Стесняются? Да. Ну, вы что, не видите, не спрашивают уже, который час? Я уже без часов не могу. Давай, доставай картошку. Да, вот ты снимаешь, и тебе сразу такое ощущение, что часто. Время очень красивое. Марат, я вам открою секрет, и с кольцом то же самое, и с цепочкой, и с очками, так что ничего тут такого. Они тяжелые. А, ну выпендривается. Нет, сразу было очень непривычно. А теперь он приходит. Помолчи, ты выпендриваться, елки-палки. А теперь он приходит. А я даже не знаю, где он дома их кладет. Я видела здесь, на поднос специальный. Катя? А дома, слушайте, не знаю. Где. Мне не нравится твоя вот эта вот... Что? Что ты сериалов индийских пересмотрела? Что ты трусишь все подряд? Мы же... Для людей снимаем. Для людей снимаем. Оно надо, елки-палки, у каждого. А грибочек сыграл. Я думаю, что грибочек, Марат, меня этот сливочный аромат не покидает. Просто бесподобно красивейшее блюдо. С закрытыми глазами, можно так сказать. Тебе не тяжело? Да, может, я подержу? Пока не надо. Может, я тебе что-нибудь подержу? Ты держи фильмоскоп. Пока не надо. Помощнички, елки-палки. Не боишься накапать на свои новые штиблеты? Под руку вот. Не говори ему. Нет, это ее конек, она от этого балдеет. Ой, да прям. А потом втихаря отходит и такая... Ой, да. Засмеяла тебя всего, Сереженька, да? Да девочка ты моя уже, все хорошо. Марат, на, подержи. Так да? Вот? Налетай. Ай, Марат, Маратжан. А это я сниму пока, да? Угу. Слышь, так если я сейчас возьму другую тарелку, то все, или в казан туда переверну. Да правильно, чтобы... А наговорил. Ла-ла-лай-лай. О, так можно сковородочку положить. Совершенно верно. Только не понимаю, зачем. Все равно из казана вынимать надо будет. Ну, чтобы она не купалась в лишнем масле. Она сейчас когда остынет, и начнет на себя масло насасывать. А пока она бурлит... Придем, погреем и покушаем. Пока она бурлит, масочка ее не беспокоит. Я пойду помидоры покажу, ладно? Я не показывала. Хорошо? Ребята, я за нее, конечно, дико извиняюсь. Если что, она мне сама уже надоела с этими помидорами, ну, не покажи. Чем я тебе надоела с помидорами?
И покажу, как я клубнику прополола, Сережка. Так ты не помидоры, ты хочешь показать, что ты с клубникой вчера вытворяла? Гряды он мне не сделал, поэтому полола как могла. Марат, она мне всю ночь до утра серенады пела. О том, какая она хорошая. И как она клубничку прополола. Все торчат торчком. Любит себе. Ой, Сережа, я просто получила удовольствие, ты знаешь? Тишина, балдеж. Птички, там вечером скворцы прилетают, что-то в огороде колупаются. Голуби на крыше воркуют. Прям как мы с тобой на балконе. Ты что, слышишь, что мы тут за мужские дела разговариваем? За какие такие мужские? А романтические? Ничего. Ну тогда не надо вам за романтические разговаривать. Ой, можно я уже попробую что-нибудь? Марат. Сало бы купили, что ли? Ты готов ее угостить? Марат, вы готовы меня уже угостить, а? Конечно. Ну, просто у нас... Вилок нету? Посуда накрыта, и ну, придется макать в общую. Куда в общую? Налить, можно ложечкой. Я сейчас вам найду тарелочку, ребята, Марат. Вон тарелочка. Стойте, конечно. Я на правах хозяина. Вам и не надо, отдыхайте, вы же в гостях. Я тоже в гостях. А ну, мадам, вот это я люблю. Пройдемте. Я вот за это влюбилась в него, Марат. Смотрите, смотрите. За то, что я тарелки ношу. Это, ай-яй-яй. Это второй пунктик. Как он их носит? А он мне все рассказывает, что карасяки я пожарил. Это третий пунктик. Короче, ребята, если вы хотите влюбить в себя всех, кроме оператора, смотри сюда. Берешь одну, берешь вторую, берешь третью тарелку, четвертую, пятую, все, любовь таки ваша. И что она в этом нашла? Я тебя умоляю. Так. У тебя сразу же так плечи раскрываются, такой ровненький становишься. Ай, орел, типа я горбатый. Ну, с тарелками ты лучше выглядишь. Марат, что, ложка есть? Дай по этому мягкому месту, какая ты хорошая. Ой-ой-ой. И что, прямо вот столько? По чуть-чуть? Сначала картошечку, потом сбоку соус. Он же не умеет, Марат. Берите ну, ложку. Не, он же украшает. Ты, короче, умеет. Катюшка пошла уже... В разгон, да? Да, да, да. То она мне говорит, я влюбилась за то, что ты умеешь, а теперь она мне говорит, ты не умеешь. Марат. Ой, и вот я планирую тебя разлюбить. Ляп. Сереженька, что ты умеешь, что ты не умеешь, это нормально. Марат, ляп – это когда ляп, а не ляп. А ляп-ляп, да? Ну, ты и в клубнику, ну спокойно, тихо. Я как человек офигенно. Проработал в ресторане, этого просто потерпеть не могу. Что за срач и дикий позор, елки-палки? Ты что? Если бы ты не сказал, никто бы и не увидел, понимаешь? Катюня, а ну вырубай, дай наведу здесь порядок. Давай. Так, это... Потом уже нахрен эта деревянная ложка, вот это и надо было. Я можешь... нашел крайнего. Какой угодно. Я чуть в канаву не упал. Просто это, ну клубнику что с ней делать? Опять ее мыть? Я ее оближи ее. Что, не знаю, скажи спасибо, что у меня кран есть. Видишь, вышли из положения. Клубника с майонезом. Вот ты посмотри. Не по-липовански это. Хочется добавить, но промолчу. Давай уже пробовать будем. Хлеба надо порезать. Сергунька. Шо? На. Тебя с грибами положил. Аромат. Ни одного грибочка. Блин. А ты знаешь, кому это положил? Кому? А он еще не приехал. Валера. Так, что ты хотел? Так, это Алиночки побольше. Давай регулируй, что кому надо накидывать. Все нормально, Сережка. Грибы, там, картошечка. Самое главное, конечно. 50 грамм, что ли? Вот молодец. А, ребят, зови. Отойди, дай я ляпну так, чтобы Марат не видел. Гриб вкусный. Чисто ганчик. Ну, Марат,
Та-да-да-дон-да-дон! Давайте, Израиль, ваше здоровье! Шо? Вилки было две. А шо, у вас в Израиле вилками едят? Кушай, как привык. Хорошо. Ложкой. Друзьяки. А это все, Марат? Вот такое простое элементарное блюдо? Ребята, на самом деле, пожарил, соединил, отдельно ляпнул. И все, порядочек. Короче, беру картошечку, да? Аккуратненько вот так вот ее слюнявлю. Не по-детски. Ой, что она делает, что она делает? Прям чупа-чуп с картофелем. Что, горячая? Не знаю. Ну что, можно? Пока вы скажете. Получилось очень вкусно. Обалдеть, как. Так как картошку мы почти не солили, и та соль, которую я добавил немножечко лишнюю в сметану, получается просто шедевр. Тебя встречает как бы солонковатый соус, но когда лопается картошка и расплывается это все, один ним, уже заговариваюсь, потому что слюни, ребята, извините, одним единым вкусом. Просто песня. Это действительно песня. Угу. Я до последнего думал, что мы всю эту смазку ляпнем в казан и там перемешаем. Не-не-не, боже упаси. Это другой рецепт. Это другой, следующий. Можем сделать. Катюня, она не горячая. Не горячая. Да ну что ты уже, доверься мне, елки-палки, что же тебя. Так, ой, блин, прямо здоровы. Ляпнул ей на этот, между этими. Я доверилась ему. Нормально, да? Вот то не надо было ничего говорить про штиблеты. Да, я слезу. Так лежи давай. Да, еще чего, я футболку я еще тебе не лизал. Ай-яй-яй. Ты сильно хорошего во мне мнения. Ну вот все испортил теперь. А тебе даже идет. Что идет? Пятно, это у индуса вот здесь вот, а у тебя... Да, прям симметрично так попал. Именно ляпнул куда надо. Что об этом мы не говорили. Ладно. Фу, Марат, это что, закрытыми, что открытыми глазами хочется просто именно любоваться носом. Спасибо огромное тебе от всех наших телезрителей. Друзья, от всей души, с хорошим настроением, для вас сегодня готовил элементарно вкусный рецепт, Марат. Ну, я, как всегда, здесь что-то делал рядом. Подмастерьях был. Всем пока-пока. Чао. Yeah.